Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на GG, и наш путь с 10 тысяч рублей до самого топового ножа продолжается. Сегодня баланс 24 тысячи, это уже фиг пойми какой выпуск, я думаю около 4-го. Поэтому сегодня мы будем открывать, ну, самые дорогие кейсы. Вот прям самые дорогие, которые только есть на этом сайте, мы будем открывать. Обязательно попрошу тебя поставить свой царский лайкосик, просто поддержи этот видосик, потому что это бесплатно, и ты очень сильно поможешь моему каналу. Просто сделай это, и ты будешь прям максимальным красавцем. Ну и конечно не забывай, что если ты будешь играть на GG, есть самый лучший, самый рабочий и самый окупной промокод, который только есть. YouTube PRE. Он дает на секунду плюс 11% на абсолютно любую сумму. Вот всегда. Как бы ты ни хотел, ты всегда будешь получать плюс 11%. И другими словами, да, ты прав, это самый большой промокод, любые способы пополнения. 1000 рублей умножается на 11, 100 рублей тоже на 11%. И так всегда. Но не забывай, что есть еще барабан бонусов. То есть ты можешь зайти, прокрутить колесо и выбить здесь что-нибудь прикольное. О, подожди, это скидка на кейс. То, что нам нужно с самого начала. Хоть бы 15, хоть бы 15, хоть бы... Слушай, вообще отлично. 15% скидка на кейс использовать. У нас баланс 24. Сейчас мы можем сделать следующее. Пойти в премиум кейсы. Да, они все со скидкой. Закаленная в боях вместо 10 тысяч стоит 8. Вместо 20 16. Вместо 40 33. Блин, я не знаю, какой открывать. Что думаете? Либо 2 закаленных в боях за 8. Либо можно опуститься и открыть какой-нибудь черно-белый. Но открыть его на... 3 раза мы уже не можем его открыть. Тогда можем зеленый открыть на 3 раза. Что думаете? Зеленый сет можно собрать здесь. Я как бы не то, чтобы фанат зеленого, но попробовать, я думаю, стоит. Хотя, вот знаешь, поехали. По-моему, плохо! Хорошо! Подожди, не понял. 29 тысяч? Класс, 14 тысяч, отлично, 3 тысячи это прям очень плохо. Я думал, что после этого он даст еще одну какую-нибудь, ну там в районе 2 тысяч, и все, мы проиграем. 29 тысяч, 31 тысяча, хорошо, ребят, давайте тогда сделаем так. Мы поднялись с первого кейса. Пойдем пооткрываем, ну, наверное, не самые дорогие, вот которые есть, а обычные. О, сделали Майкл Джексон пик. Конечно, они маленечко опоздали, потому что его уже пофиксили, но давай откроем. Так, ну поехали. Вспомните, сколько шумихи было вокруг этого Майкла Джексона пика, я уверен, что каждый знает, потому что я лично снимал видосы. Ты смотрел видосы на ютюбе, по-любому их было просто сотни. И, кстати, кейсик почти окупил. Не сказать, что прям очень сильно, но почти окупил. И, подожди, это, наверное, 1200 открытий и кейс уберут. Это, наверное, скорее всего, не я его открыл, потому что он новый, а он был на этом сайте, просто я его не открывал. Наверное, все-таки я маленько провафлился. Ну, слушай, я готов пойти на премиум. Че думаешь? Давайте закаленные в боях открывать на 3 раза. Суть этих кейсов в том, что здесь могут выпасть спины. Так же, как и дорогие пушки, так и спины. Спины мне не выпадали уж очень давно, уж извините меня, почему-то они прошли мимо. При том, что я не знаю почему. Давайте просто пробовать. Поехали, 3 раза. Раз. Хорошо. Хорошо! Просто отлично! 41 тысяча. Так, сегодня точно будем, значит, выводить какую-то пушку. 41 тысяча, Карл! Это очень круто. 42 тысячи баланс. Знаете, что хочу сделать? Я хочу открыть кейс бустера. Вот сегодня, когда я заходил, я хотел вот прям очень сильно открыть единственный кейс бустера. Просто на 1145 хотя бы 3 раза посмотреть, будет ли он окупать. Не знаю, почему, просто вот просто такой типа смотрю и думаю, а почему бы не открыть? Первый раз не окупил. Давай откроем еще 2 раза. Второй раз окупил. Вот второй раз это уже приятно было. И третий раз. Ну, можно сказать, что мы в плюсе. Так, а если четвертый раз? Ну, просто по приколу. 1200, да, точно в плюсе. 100%. Бустер, красава. И знаете, что я хочу сделать? Внизу на этом сайте есть кое-что очень интересное. All-in кейсы. Они славятся тем... Ну, они вообще ничем не славятся, если честно. Я вообще хер пойми, чем они славятся. Они славятся тем, что здесь якобы можно выбить кровавую паутину. 5 раз. 16 тысяч рублей. Я никогда не заходил в эти кейсы, потому что знал, но я понимал, что, скорее всего, выбить за 16 тысяч рублей дикий лотос ты не выбьешь, потому что он стоит 100+. Но слить все деньги ты сможешь. Поэтому давайте определимся. М-ку вой мы точно не выбьем. А скоростной зверь медузу точно не выбьем. Давай GG Crimson. Вот я посмотрел, охотничий нож это самый дешевый. А, ну еще и мейс можно попробовать, тоже дешевый. О, а давай лор попробуем. Красная линия выпадет, ни хрена она стоит. 16 тысяч рублей полетели, но 99%
Это слив. 5. 5. Ой-ой-ой-ой-ой. Это почти окуп, подожди. 13 тысяч. А ну-ка давай попробуем кримсон. Слушай, ну я понимаю, что он маленько скамит. Чуть-чуть выдает и в основном скамит. И скорее всего... Ой-ой-ой. Нет, это вообще скам. Ну типа это вообще лютый скам. Забей. 9635. И... Ну ладно. Ладно, хотя бы одна выпала за 5 тысяч. Потому что если бы она не выпала, ну это скамила бы была. Уже полнейшая. Итого, вот за такую маленькую манипуляцию мы просто потеряли 10 тысяч рублей. Кайф несусветный. Пойдем в черно-белое. На 5 раз закрутим? Не можем, да? На 4? Не можем. На 3? Можем. А если смысл на 3 открывать? А давай. 30 тысяч на 3 раза. Да-да, нет-нет. Если мы все проиграем сегодня, это будет просто хорошо. 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 33 920. Прекрасно. Так, а если пойдем, допустим, в синий и откроем его на 4 раза? Раз. Неплохо. Плохо. Плохо. Ужасно, 20 тысяч. Ой, какой же позор. Здрасте, приехали. Господа, ну я предлагаю выводить. Я предлагаю открыть какой-нибудь кейс и просто вывести. Во-первых, давайте откроем все бесплатные кейсы. И вы тоже, ребят, не забывайте их открывать. Почему? Потому что они дают тебе бесплатные скины. Просто зашел, просто открыл бесплатные кейсы. Потом быстренько все это зашел, продал. И получил 27 тысяч, 24 700. 30 тысяч. 30 тысяч рублей. Неплохо. А теперь я предлагаю, знаете, что сделать? Зайти вот сюда пониже и открыть за 30 тысяч золотой нож. Открыть и без разницы, что выпадет с этого кейса. Просто выводить. Попрошу тебя, пожалуйста, поставить свой царский лайкосик перед тем, как мы это не сделали. Поддержи меня. Поддержи, брат. Мне будет очень приятно. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Стартак прямо с вода. Что ж, на этом мы закончим. 18 тысяч. Мы это все выводим. Поэтому обязательно, пацаны, поставьте лайкосик. Используйте промокод YouTube. Это самый большой промокод на этом сайте. Ну и, конечно, удачи тебе. До завтра.